Шар гейм. Всем привет, с вами Влад, и это краткий обзор игры Факторио. Давайте начнем. Сразу хочу сказать, что для обзора мне эту игру любезно предоставили разработчики. С первого взгляда игра кажется скучной, но это далеко не так. В игре есть компания, свободный режим и мультиплеер. Поговорим о каждой по отдельности. Компания, я думаю, что она нужна только на первых порах для обучения. Новая компания пока не поможет показать нам все прелести этой игры. Свободный режим – это, пожалуй, самый лучший способ получить удовольствие от игры. Добывай, создавай, строй, автоматизируй, защищай, изучай, модернизируй. И это только самая малая часть, что может эта потрясающая игра. Основная задача в свободном режиме – это отправить свою ракету на исследование космоса. Но чтобы дойти до этого, нужно изрядно попотеть. Мультиплеер – это, по сути, то же самое, что и одиночная игра, но только с друзьями. Игра обновляется чуть ли не каждый день, уменьшая баги и улучшая прорисовку. Игра определенно понравится любителям автоматизации. А в завершение мне хочется сказать, чтобы вы не ленились и ставили лайки, и писали комментарии. И да, на моем канале я снимаю эту замечательную игру. Ссылка в описании, переходите по ней и смотрите видео. На этом все, спасибо, что посмотрели, всем удачи, всем пока.